Сегодня у меня будет очень длинное, занудное видео, но очень поучительное. Девчонки, остерегайтесь мошенников. Всем здравствуйте. Сегодня хочу снять мой первый ролик о том, как я попалась на мошенницу при покупке растений. Вот не поверите, я в своей жизни всегда доверяю как бы людям, сколько раз заказывала растения, и еще никогда меня не обманывали. Но в этом году, я так понимаю, у меня будет два таких ролика, я уже вижу по различным отпискам продавцов, у которых я зимой заказала растения. Ну, первый мой ролик будет про так называемые клематисы. Вот хочу вам показать вот эти прекрасные, прекрасные, неизвестные мне, к сожалению, лианы. Вот их тут 5 штучек. Это должны были быть клематисы. Вот такие вот растения. Сейчас мы с вами все посмотрим. Я вам покажу корни, которые совершенно отличаются от корней клематиса. Листики мы можем вот рассмотреть. Это, конечно же, не клематисы. Вот у меня здесь вот есть совсем молоденькие клематисы. Это здесь у меня тут такой уголочек за домом. Хочу его немножко облагородить. Вот здесь вот у меня княжик растет. И здесь вот у меня клематис. То есть вы видите, да, у него такие резные листики. Да, конечно, у всех клематисов листья могут быть разные. Но я сомневаюсь, что у 5 разнообразных сортов, какими они должны были бы быть, совершенно одинаковые листья. Ну и, конечно же, отсутствуют свойственные клематису различные там усики, которыми он должен виться, как лиана. Предыстория была такова. На Авито есть такая девушка, которая называет себя журнал Бурда. Я приложу в видео все скрины, ссылочку на этот данный аккаунт на Авито. Там у нее очень много позитивных отзывов. Все люди очень хвалят, и журнал она хороший продает, и клематисы прекрасные продает. Дело в том, что я клематисы сделала большой заказ у нашего известного коллекционера колодежного. Также я покупаю клематисы у Светланы Александровой. Но не хватило мне сорта вот Ашва. Я его искала, мне он нужен был. И так получилось, что там, где я обычно покупаю клематисы, его не было. И зимой, ну не зимой, это было осенью, сентябрь, конец октябрь, я на Авито увидела у этой девушки именно этот сорт. Стоил он что-то 1200 рублей, но я приложу скрины, сколько это все стоило, сколько я оплатила. Ну, естественно, как бы живу я в Крыму, доставка к нам всегда достаточно дорого стоит из-за логистики. Поэтому я решила, что один клематис я покупать не буду, куплю сразу вот несколько. Выбор у нее был огромный. Я выбрала 1000 рублей. Все, она мне сделала фотографии. Ну, как знаете, как издалека фотография. Ну, живые растения, непонятные, в маленьких горшочках. И отправила мне. Все, посылочку я получила. Растения достала. Растения были очень маленькие, в маленьких горшочках. Ну, если вы когда-нибудь выращивали клематис, вы знаете, что когда они маленькие, там совершенно непонятно. Ну, то есть клематис, это не клематис. Но я смотрю, там пару росточков, пару листочков, вроде живо-живо. Ну, думаю, буду пересаживать и точно посмотрю. Ну, так как они, ну, они были в совсем маленьких горшочках. Я их сначала обработала. Я написала девушке, что да, все, спасибо, я получила, все живо, все замечательно. Обработала растения от клеща, там от гнили. Я всегда все, что приношу домой, в сад, в дом, неважно, все обрабатываю. Все обработала и оставила на карантине там буквально на 4-5 дней, чтобы подействовали там препараты. Ну и вот, я начала пересаживать эти растения. Одно, да, повторюсь еще раз, у меня там их было 10 штук. Я посмотрю точно по списку, но, по-моему, 10 штук.
Ну, для удобства, чтобы я так не буду говорить 10. Пусть будет 10 штук. Скажем так, я начала пересаживать. Первый отличный, второй отличный. Третий достаю, а там корешки, ну, вот совсем не похожи на клематис. Я приложу фотографию, потому что я женщине отправляла сразу же. Я ей сразу же отправила все эти фотографии. То есть совершенно корни, знаете, такие белые, мочковатые. У клематисов не бывает таких корней. То есть даже в маленьком юном возрасте он дает, конечно, такие волоски, но уже когда у него есть вот этот основной, как бы осьминожный такой корень, да, потом он дает вот весной вот эти всасывающие корешки немножко. Но так, чтобы в черенок прям весь горшок был заполнен вот этими белыми мочковатыми корнями и отсутствовал корень, ну, непосредственно клематиса, такого я никогда не встречала. Скажу сразу, что я обычно покупаю клематисы, ну, взрослые, ну, более-менее большие. И раньше никогда не черенковала как-то клематисы, только вот в этом году я уже научилась понемножку и так дальше. Я вот этой женщине сразу же написала, что здравствуйте, вот что-то как бы не то, поскольку вот 5 штук вроде как, да, клематисы, а 5 штук вот такие вот вроде какие-то, ну, не совсем клематисы, как бы, поскольку по листу там непонятно, еще раз повторюсь, это была осень, там уже листики такие были, ну, знаете, как осенью, непонятно, то ли осыпавшиеся, то ли пожухлые. Я ей говорю, ну, корни-то, ну, совершенно же не клематиса. На что мне женщина пишет, что, ой, да вы не переживайте. Они просто совсем-совсем маленькие, все будет в порядке. Давай, она мне начала присылать фото каких-то своих саженцев и так дальше, что вот у нее дома куча клематисов, и она этим занимается, и сама выращивает, и это 100% клематисы, не переживайте. Типа вы их дорастите, вот увидите, что это все клематисы, все. Ну, так как было уже, повторюсь, октябрь, уже было прохладно, у меня-то еще было нормально, но у девушки уже было холодно, поэтому как бы отправлять обратно растения, понятно, что они бы просто погибли. Поэтому, скажем так, мы сошлись на том, что, ну, ладно, пусть они пока... Вот так вот выглядят эти непонятные кусты. Гонят вот ветки, лист. Я не знаю, что это за растение. Ни о каких клематисах тут речь, конечно же, не идет. У всех корневая мочковистая, никаких там нет продолговатых корней, таких, которые должны быть у клематиса. Поэтому я прошу вас вернуть мне деньги за эти 5 кустов. У меня поживут, заодно как бы поживем до тепла, да, чтобы я отправила их ей обратно. И либо как бы мы убедимся, что это клематисы, да, либо как бы мы отправимся обратно. Так как я дома выращиваю, для женщины было большим удивлением то, что я клематисы буду выращивать в горшках. Она, скорее всего, надеялась на то, что она прислала мне вот эти вот непонятные растения.
Я их высажу в сад, и они у меня зимой там спокойно-спокойно погибнут. И потом я не смогу выяснить, я бы даже не узнала, что это не клематисы, и не смогла бы ей предъявить какие-то претензии. Но все мои покупные клематисы, которые я покупаю вот в таких вот непроверенных местах, делаю я это очень редко, но бывает, тот же Wildberries, например, я бывает покупаю, я сначала их выращиваю в горшках, чтобы зря не тратить. У меня очень маленький сад, очень мало места, и я выращиваю в горшках для того, чтобы проверить точно сорт. И по определенной цветовой гамме я высаживаю свои растения в саду. Поэтому я, когда уже оплатила этот заказ у этой женщины, и когда она мне уже его отправила, я ей сказала, что я их буду выращивать и проверить цветение. На что она удивленно начала мне расспрашивать, как вы, что выращиваете в горшках, там нельзя и все такое. Ну, как бы она была явно очень удивлена. Теперь я понимаю, почему. Потому что я не знаю, что это за растение, правда, девочки. Я думала, это жимолость, но, ну, не знаю. Какая-то сорняковая лиана. Она не цветет. Не цвела у меня еще, даже не знаю, что это. Так вот, когда вот 5 все-таки было клематисов, один из них, скажу честно, зацвел действительно по сорту. Это действительно был клематис. Ну, вот остальные, как бы, клематисы вот в таком вот виде. Сейчас мы достанем, я тут просто один уже доставала. Хочу вам показать, как выглядят корни у этого, я не знаю, что это. Я поэтому тут вот так вот встала, чтобы мы вот возле земли и посмотрели. Ой, вот так вот выглядят вот эти корешки. Вот на фоне стены, я думаю, вам видно, да? Что корни вот, ну, это просто сорняк какой-то. Я, честно, не знаю, что это. Листья, естественно, это не клематис, так же, как и корни. Какие-то, ну, я не знаю, честно, я не знаю, что это за растение. Может быть, кто-нибудь знает, мне подскажет, что это. И так вот выглядят все вот эти вот 5 типа клематисов. Когда я написала этой женщине, она мне написала зимой, что давайте спишемся в апреле, у меня сейчас холодно, и в апреле как бы все, я верну вам деньги, а вы мне пришлете эти растения типа обратно. На что, конечно же, я ей написала, что вы, наверное, шутите, поскольку я их получала маленькими-маленькими росточками, а за зиму, вы сами видите, они у меня уже перевалены в 2-литровые горшки, я потратила на них кучу времени, подсветка, удобрения, полив, уход, место, извините, они сколько места занимали, эти горшки огромные. На что она мне сказала, что как бы вы обрежьте, ну, всю верхнюю часть, вытащите из горшков, как бы так вот упакуйте и мне отправьте, типа за доставку, она типа сама все оформит, сама все оплатит. Ну вот пришел апрель. Пишу этой женщине я вчера, что здравствуйте, вот уже вроде тепло, ну давайте что-то будем решать. Опять сделала фотографии, даже видео, фото, как выглядит все это добро. На что женщина начала мне писать какой-то откровенный бред, скажем так. В том плане, что вы не можете, что я не могу утверждать, что это не клематисы, что я должна дождаться их цветения. Ну, я не знаю, ребят, как думаете, будут эти сорняки цвести, как клематисы? Я лично сомневаюсь. Я ей показала корни. Она мне сказала, что вы не эксперт, вы не можете утверждать, что это не клематисы. Ну, в конце концов, она говорит, хорошо, давайте, типа, так, вы не будете писать плохой отзыв обо мне, что я вам подсунула, да, сорняки. Потом вы эти растения мне отправляйте, то есть мне надо сейчас купить огромную коробку, запаковать эти растения, отправить этой женщине. Она их будет отправлять на какую-то там мифическую экспертизу.
И типа будет разбираться со своими поставщиками, что же они ей такое поставили. То есть тут уже интересные некоторые нюансы такие. То есть получается, сама она их не выращивает, а занимается перепродажей. О чем мне, естественно, сразу не было заявлено. Сразу она мне показывала свои огромные-огромные теплицы, да, где она это все сама выращивает. Ну ладно, сейчас многие перепродают купленные растения и все такое. Но какая мне разница, как она будет решать эти вопросы со своими поставщиками? Меня это как должно вообще касаться? Это во-вторых. А в-третьих, ну какая экспертиза? Куда, какой конкретно институт или какую-то организацию она собирается отдать эти растения, чтобы что? Чтобы у них спросить, к какому виду относятся эти лианы или что? Вообще кто-то в это верит, что такое делается? Ну и как бы, ребят, на данный момент я понимаю, что я не смогу уже вернуть свои деньги. Но хочу просто вас всех предупредить о том, что на Авито существует такой продавец, как журнал «Бурда», у которого много прекрасных отзывов. Я, кстати, их посмотрела, и там действительно отзывы прекрасные. Но если их почитать, они прекрасные в чем? Да, я растения получила, живые растения получила. Но понятно, что это живые растения, но только те ли это растения, за которые вы деньги заплатили. Поэтому я приложу ссылочку, скрины. Не попадайтесь, пожалуйста, на мошенников. А покупайте, как у нас привыкли говорить, в проверенных местах. Вот, хочу показать Duchess of Albany, типа это клематис. Показываю, как выглядят корни у этого сорняка. Это явно не клематис. Листья, это какая-то жимолость. Это обычная жимолость. Никакого тут клематиса не видать. И таких вот у меня 5 штук. Так что, друзья мои, никому я, конечно же, ничего отправлять не буду. Мне просто очень жаль, что я потратила всю зиму на то, чтобы выращивать эти сорняки. Да, конечно, любое растение – это живой организм. Я эти лианы выбрасывать не буду. Где-нибудь высажу, наверное, за забором, на улице. Посмотрим. Лишь бы это никакой агрессивный не был сорняк. Что же до этой дамы, то, надеюсь, ей деньги мои нужнее. Не будем желать ей зла, просто сделаем ее известной. А как бы вы поступили в моей ситуации? Запаковывали бы, отправляли и ждали бы какой-то чудодейственной экспертизы? Для тех, кто говорит, что я не права, и это клематисы, хочу вот вам показать совершенно маленький черенок клематиса. Это мое укоренение. Хочу вам показать, вот как же выглядит корень у совершенно вот такого малепусенького клематиса. Фото я тоже приложу в видео. Но продавец утверждает, что корни нарастут и будут как у клематиса. Это все там такие корни, потому что растения еще молодые. Ну вот вам, пожалуйста, клематис. Даже вот ради этого я его сейчас отсюда выпотрошу. И мы посмотрим, как же выглядит корень у клематиса. И вот, что мы видим.
Где-то тут кто-то видит большие мочковатые, такую мочалку Гарнье, которую я получила. Поэтому, пожалуйста, всем защитникам до свидания.